Здравствуйте, дорогие друзья, канал Ирина Дача, я Ирина Красовская. Ну, не смогла я пройти мимо этого клематиса, чтобы вам его не показать и, конечно же, не похвастаться. А перед вами клематис Beautiful Bright. У меня уже есть ролик об этом клематисе, но в этом году он мне демонстрирует вообще великолепие своих цветков, и они настолько огромные по сравнению с прошлым годом. Клематису на сегодня третий год. И такие цветки у клематиса на побегах прошлого года. Я оставила 50 сантиметров для этого клематиса на зиму. И посмотрите. Какие огромные цветки он мне показал в этом году. Я сейчас измерю первый цветок, который зацвел. Он зацвел самый первый. Держится уже 2 недели. Погода. Погода, конечно, неблагоприятная, я бы сказала. Была очень жара сильная, 30 градусов. Вчера шел целый день дождь. Короче, погода у нас сменяется от жары до дождливых дней. Итак, давайте посмотрим размер этого цветка. Я взяла рулетку специально. Ну, и так как я одной рукой делаю все, я могу вам сказать, что цветок 22 сантиметра. Но это не показатель для этого сорта. У этого сорта могут быть цветки и 25 сантиметров. Посмотрите, что бутоны располагаются со всех сторон. Я вам показываю сейчас южную сторону. А давайте посмотрим, вот северная сторона. Цветки тоже большие. Еще очень много бутонов, которые будут распускаться. Ну, а вот уже образовались бутоны на побегах текущего года. Они будут цвести попозже, когда цветут эти цветки. Отцвевшие цветки я обязательно удалю, чтобы не завязывались семена и не забирали силу у последующего цветения. Итак, на побегах вот прошлого года около 50 сантиметров. Посмотрите, какое обильное цветение. Кому интересно, пожалуйста, посмотрите мой ролик. Первый об этом сорте клематиса. Называется он Beautiful Bright. Клематис еще молод. Ничего особенного я для этого сорта не делаю. Ухаживаю я так же, как и за всеми клематисами. Весенняя подкормка. Обязательно пролить известковым молоком, чтобы раскислить почву, потому что клематисы не любят кислую почву. Посмотрите, я мульчирую почву, хотя перед клематисом я обязательно посажу какой-нибудь многолетник или однолетник можно посадить. Впереди посажена роза, которая притеняет корневую систему, так как клематисы не любят перегрева корневой системы. Ну, а если стоит такая не очень удачная погода для цветения клематисов, конечно же, лучше обработать их какими-нибудь средствами, которые укрепляют клематисы. Ну, допустим, самое лучшее – это эпин. Опрыскать его эпином. Также я проливаю листву фитоспорином. Желательно, чтобы фитоспорин не попадал на цветки, на бутоны. И ваш клематис всегда будет здоровым и красивым. Перед вами клематис Beautiful Bright.
А вы на канале Ирина Дача, я Ирина Красовская. Подписывайтесь на мой канал, я желаю всем удачи. Я буду рассказывать вам о всех своих растениях.